Слушайте, это уже не смешно, но, похоже, путинский режим решил легализовать у нас здесь, в России, всех преступников, какие только существуют в природе, да не просто легализовать, а собрать их в одну кучу, возможно, даже провозгласив героями. Это реальная журналистика. Сейчас остановимся на оном подробнее. Поехали! Мы молчали, когда они талибов адекватными, вменяемыми людьми называли. Кстати, на медне адекватные, вменяемые люди провели в Афганистане публичную казнь. Человек поплатился за кражу мотоцикла и мобильного телефона 5 лет назад. Мы также промолчали, когда месяцем ранее в сеть попали чудовищные кадры бесчеловечной расправы над бывшим заключенным и экс-бойцом ЧВК Вагнера Евгением Нужиным. Расследование по этому поводу, кстати, даже не начиналось. Сработал принцип «нет тела, нет дела». Но это не точно. Сейчас вот к нам в страну приволокли некоего Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения за торговлю оружием, и мы опять хаваем. Простите за резкость, пропагандистские сказки о политоподоплёке бутовского отдела, о сказках позже. А ведь приговор на минуточку присяжные выносили, поэтому говорить в данном случае о политике как минимум глупо. Если политика в этой истории появилась, произошло это только сейчас, когда снова возникла необходимость навешать скребцам лапши на уши. Они, мол, там плохие, а мы тут хорошие. Путин президент мира! Ура! Вот, кстати, сообщение, которое опубликовала у себя в Телеграме на медне госпожа Захарова, официальный представитель МИДа страны, так, на всякий случай, невероятно. Получаем сообщение, пишут люди из России, из-за границы радуются. В связи с освобождением Виктора Анатольевича, они лично с ним не знакомы, никогда даже не видели, но переживают. Как за своего ближнего благодарят страну. Пост, между прочим, с ошибками написан, но это нормально для патриотов, они же, в принципе, русского языка не знают, хотя не об этом речь. Вдумайтесь, нам преподносят международного преступника как героя. Человека, повторюсь, судили за торговлю оружием, которое он поставлял всем террористам на планете, включая Аль-Каиду и тот же Талибан. Ухахатывался на медне над пропагандистами из ВКТРК, которые в попытке отмазать героя, как обычно, в лужу сели. Внимание на экран. В 2008 году агенты управления по борьбе с наркотиками США под видом колумбийских повстанцев заманили российского бизнесмена, занимавшегося авиаперевозками, в Бангкок, якобы для заключения сделки на поставку оружия. Брехня. Поняли? Нет, что лопочет этот клоун. Агенты управления по борьбе с наркотиками США под видом колумбийских повстанцев заманили российского бизнесмена, занимающегося авиаперевозками, в Бангкок. Заманили, ёпрст. Ах, да, вот здесь надо сделать небольшое лирическое отступление, чтобы вы четко отражали, кто такие эти колумбийские повстанцы. Вон он нам поможет и Википедия. Читаем вместе. Революционные вооруженные силы Колумбии, они же армия народа, леворадикальная экстремистская группировка, занималась наркоторговлей, похищением заложников, брала на себя ответственность за теракты, взрывы в городах страны, убийства политиков, признаны террористической в США и Евросоюзе. Ага. И вот эти ребята, значит, звонят добропорядочному, по пропагандистам, бизнесмену Буту, в смысле агенты позвонили, которые под них сработали, но мужчина-то не был в курсах, что это были агенты. Так вот, звонят, говорят, мы террористы из Колумбии. Хотели бы встретиться у нас, к вам дело, приезжайте. И добропорядочный бизнесмен Бут приехал. Ну, конечно. Он же не понимал, что за дело для него может быть у бандитов, возможно. Ребятишки просто поставки мороженого захотели наладить. Или там концерт Газманова, им нужно было помочь организовать. Да любой коммерс, уверен, метнулся бы навстречу с такими людьми без раздумий. Ой. Теперь у нас, похоже, новый национальный герой нарисовался.
Итак, россиянин Виктор Бут, который более 10 лет провел в заключении в США, вернулся на родину. Самолет с ним на борту прибыл в Москву этой ночью. Утра по Буту уже ждали родные, супруга и мама. Объятия, слезы радости от воссоединения семьи и слова благодарности всем тем, кто поддерживал, добивался освобождения и вел переговоры об обмене. Знаем о мощнейшем физическом и психологическом давлении на вас. И все это вы перенесли с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа. Ага. А впрочем, чего можно ждать от режима, который все перевернул с ног на голову? Если у нас человек, выступающий за мир, объявляется правонарушителем, слава богу, за оно еще не сажали, но привлекали по административке, было ведь и даже судили. Ага, а международный преступник Бут, пожалуйста, герой, практически встречаем как почетного гражданина с фанфарами. Или вот, реальный герой Пригожин на полном серьезе золотую звезду чувак получил недавно, высшую государственную награду. А я напомню просто, что имя этого бизнесмена связывают с незаконным вооруженным формированием, не имеющим правового статуса, да о чем речь. Наши национальные идеи уже окончательно стали озлобленность, хамство, ненависть ко всему живому. Дура! Ты родину предала! Ты надеялась, что тебе что-то за это отломится, а тебе обломилось. Обломилось тебе, старая заветренная г***а. Обломилось. Поэтому и жизнь твоя закончилась так, как у всех предателей, пошедших, которые пошли против своей родины. Это не очень было культурно! Ну, об этом персонаже много раз говорил, и не только я. Откровенный фашист с замашками маньяка, которого тошно слушать, даже ватникам уже тошно. Из чего делаю такой вывод? Ну, посмотрите, как просели рейтинги его, с позволения сказать, программного продукта. Не только его, кстати, люди в принципе устали от грязи этих злобных скандалей шоу. По итогам ноября передача Скобеевой свалилась на 62-ю строчку в топе 100 телевизионных программ. Соловьев в данный топ даже не попал ни с одним из своих кино. Это шедевр! Ну не убирают же этого мурломоя из эфира. Значит, кому-то нужен. Значит, повторюсь, такова политика государства или отдельных его представителей в данный момент сеять злобу и ненависть. Пропагандисты сонным с удовольствием и прекрасно справляются. Совершенно не уставая, я вот делился с вами в позапрошлом выпуске, мне в последнее время все чаще становится тяжело от огромного количества негатива, что льется из пропагандистских помоек, мне нужна передышка, я беру тайм-аут, поэтому программы сейчас выходят нерегулярно, но я живой человек, мне правда тяжело все это переваривать в больших количествах, а упыри не устают, они все гонят, гонят и гонят эту мерзость, стахановцы, блин. Способ испытания веры. Пойди и вырежи, уничтожь народ. Многие либералы сейчас скажут, нет, даже правитель не имеет права лишать жизни и так далее. Нас к этому долго приучали. Но Священное Писание говорит совершенно об обратном. И вот Иисус Навин, преемник на посту еврейского вождя Моисея, ведь шел и победоносно сначала убивал эти ханаанские народы. Заткни свою пасть! Я, конечно, не врач-психиатр, но тут, по-моему, и серьезным специалистом быть не нужно, дабы понять, многие уже чокнулись на самом деле. В медицинском понимании диагноза любому нормальному человеку пребывание в режиме постоянной агрессии чуждо, злодея можно изображать какое-то время. Недолго играть упыря можно, но однажды человек все равно сломается, а эти, они же кайф получают от гадостей. Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс? Или вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации, Тигран Эдмундович Кеосаян. На Украину гляньте, внимательно. Подумайте серьезно.
Ты ходить можешь? Я ходить могу. Так иди нахуй. И хрен бы с ними, ну пускай они там сходят с ума. Так они нас с вами, наших соотечественников, в эту яму за собой тащат, именно в яму. Недаром упырька Киасаяна сейчас показал, мало того, что данное пугало добралось наглости угрожать соседней стране в эфире. Но оно это делает еще и от имени всех россиян. А я, например, с теми казахами не ссорился и не собираюсь, как и с украинцами, как и с армянами, как и с грузинами, как и с прибалтами. Мне нечего делиться всеми этими людьми, это мои соседи. Да, наверное, какие-то разногласия у соседей могут случаться время от времени, так бывает, потому что все мы люди. Причем люди разных национальностей, разных культур, разных вероисповеданий, даже ну и что? Поссорились, помирились. Для этих целей человечество придумало институт дипломатии. Хотя, про какую дипломатию я сейчас говорю? Вы вообще видели, кто сегодня российскую дипломатию олицетворяет? Хам Лавров! Еще чего? Ваше дело фотографировать, а не указывать. Не можешь сказать ничего конструктивного? Завали ебаник, ладно? Ага, или пьянчушка Захарова выше поминали добрым словом ту барышню. Это вообще что? Как это может быть в стране, которая ассоциировала себя с какими-то демократическими ценностями, которая бесконечно всех чему-то тоже пытается... Кстати, попробуйте провести эксперимент и попытайтесь найти в том же Яндексе или в Гугле, неважно, какие-нибудь неофициальные фотографии мидовского пресс-алкаше, да она же везде, либо с бутылкой, либо с рюмкой, либо с бокалом, с сигарой вот еще есть, а если не с пузырем, то просто с пьяной рожей, и этот человек олицетворяет в глазах всего мира российский дип-корпус. При этом вот они еще удивляются, почему нас в мире так не любят. Да вот у них спросите, самые ярые русофобы это вот эти, которые позорят мою страну, которые ссорят россиян со всем миром. Правильно, на мой взгляд, сказал казахский общественник Шураев, сейчас покажу, отвечая на хамство российского посла в республике. Даже спорить не стану. Я могу сказать, что на самом деле русофобия это все, чего вы добились своими дебильными действиями. Вы людоеды, которые поедаете, и самоеды, которые съедаете сами себя. Все, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так, подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйтесь. Темы предлагайте. Под ними мы обсудим. Пока-пока.